меня толкаете? Ты меня первая толкнула. Да я вас даже пальцем... Таня, закрой дверь! Вот отдайте вам 21 рубль, пускай она езжает, все опаздывают. Давайте быстрее. Она мне по лицу стукнула. Да я вас не трогала, парень. Он все меня снимает. Где? Сзади, за дверью. Вы что, ненормально, что ли? Таня, закрывай дверь. Сзади, вот. Я вот специально, но где? Что, сумасшедшие? Что вы творите вообще? Общественный транспорт. Что вы гоните? Ну, смотрите. Таня, закрой дверь. Что за истеричка? За 21 рубль вы выпихиваете человека. Да нате вам, денег, давайте поедем уже быстрее. Саня, такой верит, сказала. Дайте, верит, вон она тебе купает. А я сниму, это все. Буду, снимать. Это не 22. Это уже не первый раз. Вот, мы не снимаем. Да вы что, ненормально? Закрой дверь! Нет, она мне в лицо стукнула. Да я ее не трогала, клянусь, нет. Саня, и что за нет? Я никак маленький, это не первый раз. Да нате вам 21 рубль, пускай... Я ей дам 20, пускай наезжай, я заплачу за... Что гонишь, блин? Вы что, с ума сошли? Сань, закрой дверь или нет? Да пусть она не будет. Ну, мы будем стоять. Ближом. Женщина, я вам дам 21 рубль. Пустите вот ее. Мне ехать надо, как и всем остальным. Мне ехать надо на работу. Вон он сзади идет. Да мне не нужен сзади, мне нужен именно это. Следом домой. Дай сзади. Юшка, вы задерживаете нас. Я ей говорю, видео я дам ей. Не прекращу видео. Руку убирай, да у меня принтер. Почему? Да она дала 1000 рублей, а нету сдачи. Я ей дала 100 рублей. А, 100 рублей? Да. 100 рублей, за 100 рублей у нее нету сдачи. Да, она мне сдачки дает. Я тебе дала. Где вы мне дали 10 рублей? Саня, что за дверь убери? Руку убери. Я тоже опаздываю. Да почему пассажир? Это кондуктор неадекватный. Я вас не снимаю, надо мне. Я вас не снимаю, вы мне не снимаете.